Всегда ли были деньги? Кто ввел меры веса и формы для них? Как английский ученый Исаак Ньютон помог русскому царю Петру I реформировать денежную систему? Ответы на эти вопросы студентка Анна Кириллина узнала на выставке «Время и деньги». Экспозицию организовали в Самарском социально-педагогическом колледже, где с прошлого года действует кружок финансовой грамотности. Анна – будущий воспитатель и уверена, что все эти знания пригодятся в работе. Я считаю, что в нашем мире, в наше время сейчас финансовая грамотность очень важна, потому что с ранних лет даже маленьким детям выдают карманные деньги на свои какие-то услуги, товары. И даже самые маленькие жители должны знать, как пользоваться, как сохранять. 10 интерактивных стендов, подготовленных Банком России, рассказывают об эволюции денег, способах их производства и защиты с самого появления до наших дней. С помощью QR-кодов можно получить дополнительную информацию, исторические сведения и иллюстрации. Финансовая грамотность как таковая для студентов не только колледжа, но и студентов вузов, да и в целом гражданам Российской Федерации жизненно необходимо, потому что это дает им возможность противостоять мошенникам, это позволяет им хотя бы сберечь какие-то свои собственные средства, создать накопления. Не только вычитать и умножать, но и доходы прибавлять с этого года начнут российские школьники. С 1 сентября введут занятия по финансовой грамотности. Школьников начальных классов научат правилам безопасности в интернете, в том числе при совершении финансовых операций, научат основам личного финансового планирования. Ученики с 5 по 9 класс научатся оценивать риски предпринимательской деятельности, познакомиться с тем, как составлять правильно простые финансовые документы. Мы рассчитываем, что знание основ финансовой грамотности поможет людям принимать ответственные финансовые решения, что скажется на личном финансовом благосостоянии, благосостоянии семьи и общества в целом. С 19 века финансовая история страны неразрывно связана с деятельностью Государственного банка. Здесь деньги как начинают свою жизнь, так и заканчивают. Как именно – самый популярный вопрос у студентов. Они смогли не только увидеть, но и прикоснуться к отслужившим свое купюрам. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.